Всем привет! С вами Олеся Селезнева, и в этом видео мы поговорим про уход за волосами. Конечно, все мы с вами посещаем салоны парикмахерские, да, красим волосы, ухаживаем за ними. Но очень важно, что мы делаем потом дома. Потому что если мы сделали хорошую процедуру, а потом, грубо говоря, начали мыть голову, не знаю, там, хозяйственным мылом, я утрирую, конечно же, но волос, он будет сухой, он будет ломкий, и, естественно, деньги будут выброшены на ветер. Поэтому линейка для ухода за волосами, которая есть в компании Armel, это уникальное сочетание цены и качества. И сейчас я расскажу об этом. Я, во-первых, с гордостью могу вам показать свои блестящие, шелковистые, эластичные волосы. Хотя могу сказать, что после салонной процедуры прошло больше месяца. А блондинки меня поймут, ухаживать за осветленными волосами, ну, гораздо сложнее и во много раз дороже, чем, ну, вот за обычным волосом, даже окрашенным. Поэтому я для себя нашла шикарнейшую альтернативу, как можно выглядеть с достойными волосами и, соответственно, сохранить при этом семейный бюджет. Итак, ловите все мои ценные советы. Первое, с чего мы начинаем, это, естественно, мытье головы. Чем уникален этот шампунь, что он по составу приближен к профессиональным средствам, которые как раз-таки используют в хороших салонах дорогих, но цена вас приятно удивит. Цена для партнеров компании Armel данного шампуня составляет всего лишь 300 рублей, то есть это раз в 5 дешевле вот, ну, уровня такого же шампуня. А шампунь не содержит красителей, парабенов, лаурилсульфат натрия, то есть того вещества, которое вызывает раздражение кожи головы, и к тому же он разрушает состав волоса, да, то есть тот состав кератин, который отвечает за эластичность. И вот этим шампунем, показываю вам кондиционер, вот этим вот шампунем можно мыть голову даже тем, кто использует кератиновое выпрямление волос, либо наращивает волос. Здесь есть несколько секретов. Зачастую мне говорят, мне не подходит этот шампунь, а дело чаще в неправильности его использования. Смотрите, начинаем с количества. Многие думают, чем больше, тем лучше. Это неправильное убеждение. Количество шампуня должно быть равным с 5-рублевую монетку, не больше. Если будете лить больше, вы, ну, просто неэкономно используете шампунь. Что мы делаем? Мы выдавливаем нужное количество на ладонь, растираем и наносим на кожу головы. На всю длину наносить шампунь вовсе не обязательно. То есть того количества, которое вы нанесли на кожу головы, достаточно. И при смывании средство распределяется и кончиком волосам достаточно этого количества шампуня. А шампунь нужно дополнительно лить на волосы в том случае, если у вас на волосах много стайлинга, различных средств для укладки, лаков и так далее. В остальных случаях первый раз наносим на кожу головы, первую грязь смываем и наносим второй раз, уже завершаем момент очищения. Очень частое, да, такое возражение, мне не подходит шампунь, потому что у меня часто жирнится от него голова. А здесь момент, как вы смываете голову. Во-первых, для того, чтобы голова меньше жирнилась, нужно использовать прохладную воду, это первый факт. И второй момент, это то, какое времени вы затрачиваете на смывание головы. Мы часто просто не вымываем средства, и нам кажется, что у нас волос более тяжелый, и он быстрее жирнится. Для этого берем таймер, ставим его на 4 минуты, ровно столько должно длиться ваше смывание головы. Следующая дилемма, что использовать, маску или кондиционер или бальзам для волос? Дело в том, что это совершенно два разных продукта. Маска — это дополнительные средства, которые должны проникать внутрь волоса и используются дополнительно, опять же, осветленные волосы, сухие, там, после моря и так далее, выгоревшие волосы.
Кондиционер нужен для того, чтобы завершить процедуру очищения волос. Дело в том, что шампунь качественный, который имеет хороший состав, а в шампуне от Армель именно такой состав, он раскрывает чешуйки волос для того, чтобы их очистить. Так вот, кондиционер, он как раз-таки закрывает чешуйки волос, и волосы дольше остаются чистыми и ухоженными. Кондиционер мы наносим на длину волос, распределяем его по волосам. Бывают специальные гребни, которые могут в этом помочь. Если этого гребня нет, мы просто это хорошо делаем с помощью пальцев. И его не нужно держать, мы его тут же смываем. В отличие от маски, если вы осветляете волосы, вы можете использовать маску при каждом мытье головы. Вам от этого хуже не будет. Посмотрите, какая шикарная маска по текстуре в серии Hair Expert. Она очень такая густая, я могу даже перевернуть банку, и она не выльется, она очень экономичная. И здесь главное правило выдерживать маску столько, сколько написано по инструкции. По инструкции мы эту маску держим 15 минут, меньше не будет эффекта, больше нет смысла. И очень важно наносить маску на отжатый волос, потому что если вы смыли шампунь, и у вас по волосам течет вода, вы наносите маску, и она буквально стекает по волосам, и все это уходит в канализацию, то есть деньги выброшены на ветер. Поэтому, когда вы промыли голову от шампуня, вы волос аккуратно вот так вот выжимаете, и уже можно даже нанести полотенце и отжать волосы. И уже на отжатый волос наносите маску, держите ее, и, соответственно, потом смываете и завершаете все кондиционером, либо бальзамом. Что еще я делаю для хорошего состояния волос? Я использую вот такое масло, абсолютно уникального состава. Оно вот такое в ампулках. Это масло. Я использую где-то 2 раза в неделю, наношу на кожу головы, одеваем тоже такую либо согревающую шапочку, либо полотенце и держим 1,5-2 часа. Это способствует оживлению волоса, во-первых, оздоравливается луковица. И очень хорошо очищается кожа головы. Многие мои клиенты с помощью вот этого масла избавились от перхоти. Когда я ходила на диагностику волос в один из своих любимых салонов в нашем городе, на диагностике мне сказали, что у вас очень много пушковых волос. Дело в том, что от этого масла начинает действительно расти волос. И когда я сейчас смотрю свои волосы, у меня есть буквально такие, знаете, коротенькие волосы уже, ну, с размера челки. Я думаю, надо же, челку не стригла, а волосы растут. То есть это говорит о том, что действительно масло стимулирует рост волос и, соответственно, их густоту. А в следующем видео я расскажу вам, как с помощью этого масла можно иметь красивые брови, но об этом позже. И после того, как вы помыли голову, нанесли масочку, сделали кондиционер, важно хорошо, опять же, промыть, отжать волосы. Сразу волосы мы не сушим, должно пройти минут 10-15. После этого важно на волосы нанести термозащиту. Это важно делать всегда. Здесь я использую вот такой вот спрей 10 в одном, потому что это не только термозащита, это еще и мягкость, блеск для волос, облегчается укладка, расчесывание и электростатическое напряжение волос. То есть сейчас осень, начнутся шапки, шапку снимаем, волосы разлетаются. Вот с применением этого спрея такого не будет. Мы наносим на волосы, либо можно брызнуть на руку и также растереть и нанести на волос. Кстати, аромат шикарный. Можно наносить как на сухие волосы, так и на мокрые. И еще несколько советов. Когда вы принимаете ванну, важно, чтобы ваши волосы, особенно кто хочет отрасти длинные волосы или уже их имеет, важно, чтобы они долго не соприкасались с водой. Замечали, когда вы лежите в ванне, и потом вы смотрите на кожу рук, она такая вся, как у бабушки, да, вся в морщинку и так далее. Вот распаривается она.
И, соответственно, то же самое происходит с волосом. То есть структура волоса, она будет ухудшаться. Соответственно, волос будет ломаться, и мы не сможем отрастить длину. И еще один последний секрет на сегодня – это использование резинок и заколок. Очень часто от неправильно подобранных аксессуаров тоже ломается волос. Так вот, я уже давно по совету, опять же, своего парикмахера перешла вот на такие резиночки. Именно такие резинки волос не ломают. Думаю, вам было интересно. Желаю всем красивых волос и ощущения счастья. До встречи!